Всем привет, с вами Дмитрий, канал Crazy Motion, и у нас продолжение забега по теме Fallout. Значит, вчера я вам показал вот этот вот вендинговый аппарат, а сегодня я вам покажу, кто этим аппаратом должен пользоваться. Итак, у нас произошел конфликт, война, ядерная катастрофа, постапокалипсис, все умерли, а потом выяснилось, что не все, кто-то выжил где-то в каких-то вот бомбоубежищах, и давайте посмотрим на жителя бомбоубежища. Значит, была мной приобретена вот такая вот фигурка, сейчас я забыл ноги вставить, вот. Вот такая вот фигурка в знаменитом костюме из Fallout. Я думаю, что вы узнаете эти желто-синие цвета. Очень качественная, хорошая леговская фигурка с профессиональными принтами по теме Fallout. Наколенники, так давайте посмотрим внимательно, что наколенники, ботинки. Отлично пропечатанный принт на груди костюма. Это у нас что-то типа рации, если я не ошибаюсь. Так, слишком близко не надо. Так, фокус, вернись. Что-то типа рации, кажется. Вот такая вот фигурка вот с обратной стороны. И мы видим, что это убежище номер 42. Стоп, это не рация, что-то... Черт, чуваки, подскажите, не знаю. Это что-то почему-то сзади это подключено... Короче, я не в курсе, что это за устройство. Похоже, что-то на связанное с воздухом, с кислородом. Короче, я вот реально не в теме, что это за прибор. Те, кто играл, наверное, должны были быть в курсе. Я играл только в самую первую, поэтому не знаю. Итак, это у нас убежище номер 42, если верить картинке сзади. Я еще не знаю, куда я это могу применить. У меня есть кое-какие наброски, но так как пока планов у меня много, то я не в курсе, что я с ним буду делать. Однако, давайте посмотрим, как это будет выглядеть, если поставить какую-нибудь голову. Вот у нас, допустим, вот такой вот счастливый выживший и волосы. Не спрашивайте меня, почему у него розовые волосы. Нет у меня ярко-желтых каких-нибудь, а это первое, что попалось под руку. Вот так вот. Да что ж такое-то? Вот. Итак, у нас выживший, безумно счастливый, рядом Нюк Кола и вот такой вот один из 42-го убежища. Но чтобы нашему странному другу с розовыми волосами не было скучно, я ему предлагаю вот такого вот партнера по приключениям. Парень с более брутальной внешностью, с каким-то шрамом на лице. Ну ладно, голова приставная, это я поставил, а так костюм такой же мужской с 42-м убежищем. Ну и как бы, чтобы разбавить все это, еще есть третья фигурка. И это, если вы заметили, это уже женская, с характерными женскими чертами и по бокам как-то сжатая талия. Очевидно, женский персонаж. Все то же самое, 42-е бомбоубежище. Итак, фигурки с принтом по пластику, с замечательным качеством. Леговские фигурки от той же фирмы Eclipse Graphics. И у нас теперь есть три. На самом деле, я еще купил один торсик запасной. Я подумал, если что, можно будет ему просто банально синие ноги дать, и особо отличное, как бы, отличие и не будет, если просто с синими ногами будет. Итого у нас три обычных жителя бомбоубежища, точнее этого убежища просто, и один наполовину, который может быть каким-нибудь потом дополнительным человеком, а может и не быть. Итак, Coca-Cola, Нюк-Кола и три выживших в мире Fallout'а. На сегодня я заканчиваю свое очередное короткое видео по Fallout и увидимся завтра, покажу еще кое-что. До новых встреч на канале, всем счастливо, ставьте ваши лайки, комментарии и увидимся, пока!